Для чего ее вызывать, спросите вы. Пиковая дама может исполнить любое ваше желание. Что-то не понравится. Она может вас убить. Вызвать пиковую даму есть множество способов. Но мы попробуем только один из них. Самый главный атрибут для этого ритуала – это зеркало. Свеча. И черные нитки. Необходимо сделать браслет из черной нитки и повязать его себе на руку. Если станет сильно страшно, тогда можно порвать нитку, и пиковая дама приди. Пиковая дама приди. Пиковая дама приди. Пиковая дама приди. Понравилось это видео? Тогда ставь лайк.